Ты этого есть? Пиздец, никогда не играйте через это на всех максимальных уровнях сложности. Не убирай безумно. Оставь беги или умри. Посмотрим. Или это... Пельмеш, это ты? Максим? Так, ну чё, давай, ты ставишь? Я даже не знаю. Да, короче, беги или умри. Чё, карту давай поменяем? На какую-то. Давай, короче, на какую-то коротенькую. Вот, в болотах, давай, давай болото. Так, чё, беги, умри или оставляем? Давай. Давай уберем. Давай оставим. Я сейчас опять поставлю тебе безумный сложный. Не-не-не-не-не, хватило. Я дал модера. Все, вроде всем дал модера. А мне ты модера не дал. Вообще-то дал. Что-то дали мы тебе, модератор, не надо обманывать. Так, ладно, давай. Как потом Lost Castle пойдем. Упало, блин. Потом Lost Castle мы посмотрим. Так, давай. Значит, а, это... А, игра нормально стала, наконец-то. Да, у меня вообще сейчас трансляция, я вот смотрю, мне аж даже приятно ее смотреть. Ни лагов, никакой херни. Господи, неужели? Пожалуйста, только не трогаю камеры. Подопником. Зажечь дома все свечи, сфотографировать этот призрака на доске, воспользоваться проклятым зеркалом, заснять призрака на видео. Блять, я слышу, как поют кукушки. На кого ставишь? Я думаю, это будет какая-нибудь Питусака Эона. Удачного путешествия. Удачного путешествия. Так, и у меня забрали предмет. Я возьму счетчик частиц, пожалуй. Отдай мне мой счетчик. Я тебя там оставил в мирь. Отдай мне мой счетчик. Вот, возьми пока ЕМП. Или будешь измерять. Хорошо, давай поменяемся. Кстати, ты... Кстати, ты куклу Вуду трогала? Куда ты ее положила? Нет. На шкаф? На тумбочку? Нет, я потому что она здесь. Вот на тумбочке, она на тумбочке, вот. Давай-ка сейчас я, погоди, вот сюда куда-нибудь брошу. Вот. Так, ну давай, будем мерить искать. Включает, кстати, воду. 30%. 40. Ну это, блин, какая-нибудь... Вот, блин, Киносака Оно, мне кажется, как будто. А, кстати, я нашел ловец снов. Человечка она тут изображает. 100-500. Так, где пентаграмма? Там. Пойди. Где там? Я постоянно забываю. Там. Так, я нашел розу. Я нашел, получается, это. Так, 100-500 у нас получилось. Я что-то не могу ее найти. Так, температуру измерила? 2. Так, счетчик частиц 100-500. В блокноте нарисовала череп, да? 3. Аж 3, мне кажется, не поднимется. Не должно. А у нее краски, ну, всякие, он на 3. И минус 5 от 5. Ну, как я и сказал, киты секи она. Монашка или я еще? Нет, все, Китусеки она. Смотри. А с чего вот ты взял? 5 минус 5, 5, 3. Человек. А, человек. Не, когда монашка. 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 Я череп что-то поставил, кидает. Кидает. Какая злобная монашка. Ладно, так, дай выйду сейчас. На что, давай, пошли искать. Ищи предметы, я как всегда. Так, ага, огонь, испепелитель и распятие. Понял. Vampire Survival стриме. Да, кстати, можно будет попробовать. Может быть, он будет уже передавать все. Так,
Визуарец 5, да? Почетным подобникам. Ну, читай. Зажечь дома все свечи, сфотографировать ответ призрака на доске, вызывать спор с проклятым зеркалом, снять призрака на видео. Ну, я как раз пойду с видеокамерой. Так, мне погоди, мне надо что-то выложить. Ладно, я огонь возьму я. От нее же огонь защищает. Пойди, а у меня... А, не, все нормально. Из угла в угол. Из угла в угол? Она средненькая. Так. Так, ну ладно, я пошел искать, давай. Плазму, желаю вам удачи. Я ее слышу где-то. Я вот ее слышу, но понять не могу где. А, кстати, она же сделала на кубиках человека, когда... Не знаю, без понятия. Нет, смотри, она сделала на кубиках человека, то есть это уже предвещало то, что она нарисует человека. Надо понаблюдать, кстати, хорошее наблюдение. Я пока соберу, пожалуй, эту плазму. Да не выебывайся ты. Все, блядь, пизда. Зачем вам сапер? Я понять одного не могу. Ладно, рум-тур, хорошо, я хотя бы чуть понимаю, ну сапера. Так, все. Ты сложность высокую поставила? Да. Понятно. Значит, он будет убивать. Надо бы потом прямо как-нибудь видео записать, прямо как мы пойдем на самых действительно сложных настройках. Ну, надо открыть 20 уровень еще и браслетики взять хорошие. Так, первую я взял. Я нашла маску. Здесь, но больше я здесь ничего не нашла. Рычание. Рычание? Но пока не определяй. Да, она охотящийся. Но пока не определяй, не загружай пока. Давай все найдем. Да я... О, я, кстати, нашла. Так, выполнил долбник. Я нашла зеркало. Хорош, только ради бога не смотри на него. Я знаю, что ты у меня кроссовка, но все же. Мне нужно найти череп и еще что? Что ты нашел там? А, я нашел... Да посмотри, там у кого пентаграммы все лежит. Не помню, я нашел два предмета. А, ловец снов и розу ты нашел? Я еще нашел маску, значит еще надо найти череп и часы. Хорошо. Так, я не помню, в каких я был комнатах, в каких не был. В этой я был, кажется. Здесь я тоже был. Так, я нашла часы, остался только череп. Так, это наша классическая комната. Тут я тоже везде уже отбегал. Я куда? Че, на улицу идет? На улицу, мне интересно. Так. Блять, я ухожу как идиот, блять. Тут есть второй этаж? Да. Съебись. Пошла нахуй. Пошла нахуй, блять, съеби. Съеби нахуй. Нет, блять. Я буду защищаться. Почему именно монашка постоянно, блять, на меня нападает, а? Я не знаю. Я притягиваю, кажется, себе мертвую женщину. Тише, где-то тут плазма есть. Я слышу, как она шумит. Каждым своим нитром. Я нашел проклятую детскую игрушку. Нам она нужна? Нет. Ты что сделала? Засняла призрака на видео. Блять, она у меня уже второй крест, блять, израсходовала. А ты спокойно гуляешь, а меня она ненавидит. Ну, видимо, монашка не любит людей. Не любит девушек, да? А вот мальчиков любит. Он либо наоборот, чересчур сильно любит, да? Здесь это есть свеча, если что. И она ее зажечь? Да. Нахуя? Ну ладно.
потом тушить, блять. Ну, в смысле, у нас же задание зажечь свечи. Короче, покупаешь, чувствую, ты факел. И помогаешь мне искать. Я потому что не ебу, где эта хуета. А где ты ее слышал? Блядь. О, нет. Какой странный звук слышу. Беги или умри, Илья. А, понял, откуда странный звук. На меня шипит. А, я нашел плазму. Я сдохла. Но атака, видимо, еще не закончилась. Ты уверена? А, нет, все закончилось. Можешь все. Там ходить. Блять. Я ей не позволю просто так заряд, блять, истратить. Я не могу поймать души. Блять, сука, она отпиздила плазму, ебаная тварь, а. Просто пиздец, а. Я увидел твой трупик. О, бля. О. О, бля. Сейчас все, я дышался. Надо будет новый испепелитель брать. Короче, плазму она благополучно спиздила. Чат, напишите. Пишите то, что вернет, пускай на плазму. А. Так, я хочу взять, погоди, я хочу взять распятие. А мне в любом случае испепелитель покупать. 93 сотки. Реально надо. Надо в данный момент носить с собой шприц адреналина. У меня нет сотов сейчас. Ну типа четвертый, это специально для этого, для шприца. Я не наркоман. Испепелитель там не трогай, он лежит на будущее. Можешь взять потом огонь, мне помочь. Ага, если я этого... Модулька дает, как обычно, следить больше за порядком. Блять! Съеби! Как ты меня бесишь, а? Чё-то нам сегодня вообще какие-то агрессии душа. Попадаются. Идёт. А... Охуенно. Ну, все, мы проиграли. Охуенно. Она крест у меня выбила, блять. А просто у меня выбила крест. Кстати, мы умерли в одном месте. Да, как Ромео и Джульетта, блять. Нахуй, беги, да. Да, давай, короче, еще раз. Нахуй. А мы тронем. Возьмем и тронем. О, это, конечно, жесть была. Ну как картинка по сравнению с ТикТоком? Лучше, скажите, стало? Не лагает ли теперь? Стал, наверное, лучше, все равно и звук идти. Возможно. Кстати, может, поменяем игру? Давай их сейчас поймаем. Ладно. Я только убрала «Беги или умри», потом... Ну и потом «Лост Кастл» еще. Все, мы просто не вытянем сейчас «Беги и умри». Нас и так ебут, я бы сказал, во все щели, без смс-регистрации. Да. Вот, пишет намного. Нравится. Намного лучше. В смысле 720, я ставил 1080. У меня 720 только, максималка поднялась. А что, это типа у меня проблема со стримом? Только 1080 или в принципе? Вот одна, кстати, выяснить будет. Качество 720. Ладно, почитаем. Я дотянуть хочу до 1080. Ну, типа, все равно да, картинка стала. А ты все равно не дотянешь. Ну, 500, конечно. 000. Так, ладно, что температура говорит? 500 тысяч. Ой, какой 500 тысяч? 100-500, блин. Так, я это выбросил за дверью. 100-500, да? Да. Все, давай, помогай мне искать. Что еще нам известно?
Нихуя. Следов я, кстати, не нашла. Угу. Да, кстати, можно писать, не оставлять следы. 2, 3, 5. О, ты там где носишься? Вот здесь. И, кстати, было очень жарко. 50 плюс ставь. И пятерочка. Демон. Вампир. А, ну да. Погоди, мы должны, когда будем... Когда не оставлять следы нельзя. Он где должен оставить следы, когда, скорее всего. Ну да. Мы должны найти пятна крови. Это, а, возможно, и демон. Или... Но нет, демон... это невозможно. При пятерке невозможен демон. Нет. А может, ряд 3? И ты просто не домерила? Нет. Больше пятерки не поднималось. Хорошо. Я тебе поверю. Пока не оставляет следы. Я нашел зеркало, сейчас машину выброшу. Не, конечно, могу еще раз. Думаю, что это у меня. О! Зажечь дома все свечи, сделать фотографию призрака, сфотографировать атаку призрака, блять. Все, заебумба. Ну что, лучше здесь оставаться или на ТикТок возвращаться? Так. Чё 360? Чё 360? Я хочу тебя на 360. Я хочу тебя на 360. Нет, потом... пятерка, все, выше не поднимается. Хорошо. Может, он просто не успел оставить? Понял. Что не успела? Не успела оставить пятна? Нет, такого не может быть. Давай, может быть, он на первом. А давай я, короче, посмотрю. Потому что я по плазму. А я даже не знаю, что мне искать кого. Кого что тебе искать? А плазму-то я как буду искать, если это, блядь, я не понимаю, кто это. Хотя, погоди-ка. Человек? Блядь. Сейчас. Это вампир. Это 100% вампир. Нет, он не нарисовал человека. Я имею в виду, что кубики сложили силуэт человека. Надо это проверять, это еще теория. Может, его ну хорошо, посытывать? Хорошо, я сейчас посмотрю, давай. Вампир, я посмотрю по плазме. Вот если у меня сейчас огонь, я найду огнем, то в итоге я смогу собрать давай сразу плазму. Давай я его сейчас чуть-чуть подраконю с помощью зеркала. А зачем? Ну, чтобы он взаимодействовал с предметами, он не взаимодействовал. А можешь поговорить с ним. Так, погоди, распятие, которое ты забрала. Так, это твое занятие. Человек. Он нарисовал человека. Угу. То есть это не теория, это реально. Это то реально. Есть, если на кубиках отображается человек, череп. Вот насчет каракули я не понимаю, типа, как это будет выглядеть на самом деле. На это хаотично как-то. Нам просто раз хотя бы это увидеть. Ну вот сейчас я видела снова человека, он нарисовал человека. Ну тогда мне я тоже вижу. Взаимодействуют куклы. Ладно, я пошел искать плазму, блять, гнида. Какой-то ты неуверенный. Сука. Вот он меня схватил, знаешь, что опять сделал? На секунду, за секунду опустил. Выбросил, да, у меня, блядь, спиралька сработала, блядь. Просто пошел нахуй, блядь, уебана. Иди сюда, я нашел маску. На первом, ну, внизу. Я поняла, сейчас приду. Я слышу плазму где-то. Я слышу, как она гудит. Я слышу ее. Вот прямо. Где вот. На первом ты нашел? На первом, короче, вот прям спускаешься по лестнице, вот там в подвальчике. На стеллажах она вот лежит. Вот. Так, на первом или в подвальчике? В подвальчике, неправильно сказал, прости. Так. Нет, тут все китонар, значит, где-то выше шумит. Я свет включу.
Я прямо слышу ее. Я прямо ее, ну вот максимально ее слышу, ну где? Какой-то неуверенный у нас здесь вампир попался. Да лучше так, чем, блядь, опять будут нас ебать. Тут опять хорошо слышимость. Я прямо слышу ее. Мне кажется, она вот здесь должна быть. Либо я ее не нахожу, либо знаешь, что может случиться? Только не либо говори мы с тобой мне, что... неправильно определили. Ну, вообще-то эктоплазма не влияет на то, что правильно мы определили. Не, смотри, у каждого призрака свои методы поиска. Все, вопросов нету. Все, значит, я лучше ищу. Не открывается. А можно она быть тут где-то? А можно меня не трогать, пожалуйста? Так. Я нашла розу. Ты нюхай, я не наркоман, я буду... А, хорошая плазма, крепкая. Так что ли ты ожидаешь? Нельзя. Мы должны ее искать. А если он детородный орган нарисует кубиками, что делать? Ну тогда готовь шоколадницу и говорите, гусло болит. Череп и ловец снов. Так, где же ты? Я прелесть. Где же ты? Вот. Блять, это пятно крови. Карта очень сложная. Вот она. Ну карта прямо сложная. Скажу честно. Я только сейчас первую плазму нашел. Ты заставлял меня сосать. Бум. Минус. А не может быть так, что она была на этой, на лестнице? Может, спокойно. Ну вот, возможно, ты на лестнице ее и потерял. А ты ее нашла? Ну, я не могу увидеть, у меня нет факела. Ты не пещерный человек. Ее. Ну, я вот тоже ее слышу. Ну, короче, я первую плазму собрал. Ура. Это было тяжко, но мы справились. Но он, кстати, нас не трогает. Hollow Knight вряд ли будет, вряд ли. Посмотрим. Хотя, в ТикТоке одно, как говорится, в Ютубе может быть другое. Это утверждать я еще не рискну. Честно, еще вопрос, останемся, не останемся. Но я хочу прям 1080 сделать. Может, лодки, блядь. На, короче, мне хуйнюшку взять определятель, блядь. Тут я все обошел. Может, это счетчик, блядь. Так, ладно, на выше, когда пойдем искать. Потому что я по лестнице, я бы ее на самом деле бы увидел. Ты сколько предметов нашла? Я нашла только два предмета, еще череп остался и ловец снов, но я их найти не могу. Да, карта тяжкая очень. Тут я был уже. Тяжкая карта. Так. Куда тут? Нету нихуя. Тут нихуя нету. Тут что есть? Так, давай, блядь. Нихуя. Нихуя нету. Просто, блядь, нихуяшечки. Пиздец. Что делать? У тебя есть какие-то мысли, предложения? Не у тебя, вампир, а у Лимона. Ну ты походу факел будешь сейчас брать.
Будешь со мной искать. Вот она. Только попробую утащить. Хотя сейчас можешь тащить. В принципе, нормально. Так, чё? А, все предметы собраны. Тысяча восемьдесят. Так не получается 1080, пока 720 еще. Будем делать, значит, так, как-то 1080. Чё? Говоришь, с тобой искать, да? Я нашел две уже. Сейчас вторую отношу. Да, блять, открой! Блядь, дверь, блядь, запер. Блядь, еще плохо тут ориентируюсь. Пошел нахуй. Все, заебись. На акулу многоножку. Я нашла ее. Где? На кухне. Сейчас, погоди, да, я спиральку куплю. Он у меня одну, блядь, спиздил уже. Там ничего нету связанного с эктоплазмой. Сейчас посмотрю. Нет. Точно, сфотографировать. Так, у призрака не, нету. Так, пошли давай, где там на кухне? Ну, там на кухне. На кухне. На первом? Да, только не в ту сторону идешь. Я не знаю, где тут кухня. Любая хозяйка в доме знает, где здесь кухня. А, вот она, ну. Заебись. Ха-ха, попался. Па-пам-па-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все. Замечательно, я бы сказал, заебумбище. Но не взаимодействует ни с куклой Вуду, ни со спиритической доской. Это молодой кто-то, но по радиоприемнику еще ничего не понятно. Ну, сейчас дождемся. Вот. Can you talk? Can you talk me? Ну, ты хотя сказала, да, в Ghost, can you talk, да. Илья, ты эту плазму на нюху нашел? Нет, это лимон нашла. На кухне. Да, так. Потому что я знаю, где находится кухня. Логично. Ну, остальные нас почти. Так, что у нас есть? Погоди. То есть у нас 45 плюс 55, 5 пятна крови, человек 100-500, спиритическая доска не взаимодействует? Да. Не взаимодействует. Радиоприемник непонятно, кукла Вуду, что, тоже не взаимодействует? Да. Пока и так поставим. Когда давай как-то его, может быть, подразозлим. Давай, сейчас я буду разговаривать с призраком. Ты плохо ходишь в контакты. Hi, ghost. Ghost, I am friendly. Please write in the note. А, ты это сделал так. Значит, please take to wood, блять. Ой, please take to wood. Ghost, Spirit Desk, please write. Он поднял куклу! Я вошел в контакт с призраком, ебля! И он утащил мою... Поднимает куклу Вуду. Поднимает куклу Вуду. Так. Вот видишь? Ghost, write in the Spirit Desk. Да... Спокойный, да? Спокойный. Ты его разозлил. Ничем я его не злил. Я просто с ним пытался поговорить. Я успела, сосай, куда сай. Так, а чё? Есть там рычание? Please cry, baby, please cry, baby. Я не знаю, как еще. Акула магистр английского языка вообще. Вообще. Английский это прям моё. Please cry, baby, please cry, baby. Ghost cry. А, я знаю, как можно его повеселить. Ты готова? Ghost Masters! Ту-тун-ту-тун-ту-тун. Ghost Masters! Тун-тун-тун. Блять, просто в ебалках. Тра-ра-та-та-рит. Тра-ра-та-та-рит.
Ему не понравилась наша песенка, мы должны его за это уебать. Желательно крестом, желательно в глазницу. Прикол, он выбил у меня... Иди в жопу, я выбью факел, но я, блядь, не потеряю свой крест. Такой человек, как будто он тебя, знаешь, отвел с сортиры и решил тебя засосать. Я такой... Я такой просто такой, даже так, как за угла выглядываешь. Кстати, ты все проклятые предметы нашла? Да. Хорош. Так, ну что, он там что-то подназаимодействовал или нет? А, так, а чё мы его не активируем? У нас все есть. Да. Ты плазму же всю дос... Мы же всю плазму собрали. Ну ты всю плазму собрал. Ну, вроде как, да. Да, все. То мы ходим, блин, что-то от него хотим, он как заебал ли уже. Вампир молодой, спокойный. Вампир молодой, спокойный, да? Спокойный. Yeah. Зажечь дома все свечи, потом сделать фотографию призрака, сфотографировать атаку призрака. Так, что там надо для запечатывания? А, святой огонь. Воспользуемся лайфхаком винчестер. Какой? Какой? Какой лайфхак сестры винчестера ты знаешь? Ну в смысле, ты забыл? О, он плачет. Да, он спокойный. Как вовремя? Так, ну чё, какой лайфхак? А, за атаку? Сфотографировалась во время атаки, блядь, Лея. А, ну да, спасибо, сестра Винчестер, ты прям нам тут в этом помогла. А ну давай, ты фотографируй. Так, дай мне зеркальце. Мне зеркало. Это мое зеркало, я... Не, в смысле, кто красивый, я красивый. Вызываю, я фотографирую, он на меня... атакуется. То есть ты стоишь в сторонке, куришь. Так, погоди, дай я когда что-нибудь возьму еще. Тем более, еще. Зная, как он меня любит, блядь. Погоди. Потушить... Ну, короче, я святую воду еще возьму, конечно. Ты взяла святой огонь? Нет. А то ты ему бы еще святым огнем бы зафигачила бы. Было бы вообще замечательно. Блять, промазал. Долго шел. Спасибо. Купи святой огонь. Купи святой огонь. Да. Так, я думаю, крест у меня уже свое исчерпал. Да. Это всякий шум не плазмы. Это шум что-то внутри дома. Включить свет. Я еще таблетку схаваю. И возьмешь святой огонь. Я фотограф, поставил камеру на штатив. Все, сейчас трахнет Галя, пишет. Ты что? Он кончил, что ли? Да. На. Все, ребят. Секс закончился. А ты уверен, что был святой огонь? А, да. Молодец. Зажечь все три свечи в доме. Выполнено. Поглотитель эктоплазмы давай. А я как кинул? Не засчитался, прикинь. Типа, у нас все были выполнены, я плазму еще кинул. Короче, видишь, КД. Ты слишком поздно, ты слишком рано кинул. Слишком рано. Ну, я и говорю, слишком рано. Вообще до ужаса. Бля, бля, гузло болит. Ждем икринки. Это будут эксклюзивные икринки. Так, ладно. Либо покупаем, либо ждем. Ждем. А скажите, пожалуйста, что-нибудь. Что? Ну, что-нибудь. Сделайте что-то необычное для наших телезрителей на первом стриме в Ютубе, давай. Покажи что-то необычное, покажи какие-то умения, покажи мне страсть.
Гоп, стоп. Давай на картак, в ногах правды нет, давай. Садись. Я тут двигаюсь. Это... Привет. Пацаны, привет. Пацаны, а как познакомиться с девушкой? Да отодвиньтесь вы. Не надо. Не надо. У меня есть распятие. Уйди. Не сюда. Уйди. Сломаться, блядь. Так, погоди, сколько еще? Ну все, готово, давай, приманивай его. Что там надо? Бля, потом потушить еще потом все свечи надо будет. Ёбаный. Ну а мы сколько только с факелами ходили. Вообще до ужаса. Ладно, все, я поставил. Ладно, я начинаю тогда. Погоди. Да, все, когда закончилось. Да ты где начинаешь? Да в смысле я начинаю? Она сама придет к тебе. Хорошо, ладно. А я начну тушить свечи. Хорошо. Унга-бунга, унга-бунга, давай, призрак. Я буду тебя максимально раздражать, разговаривая с тобой. А, призрак, ты плохо рисуешь. Я считаю, твой блокнот полной херней. Твой рисунок полная херня. Ты не попадешь в художественную академию. Я один так не попал, ну да ладно, это другая история. А, я считаю тебя слабым вампиренком. Ты не лорд вампиров, ты просто чучело с длинными ногтями. О, Илья, давай, блядь. Чё, испугался? Да у меня нормально, у меня все есть. Он на тебя напал. А почему напал. Она на меня сагрилась? Ну, я пытался разозлить. Чё, я выхожу из дома нахуй просто. Я похож вам на интеллигентную акулу, она, которая, кстати, будет... вон там он, будет, да, рассказывать призраку. Так, меня просят зачитать Маяковского призраку. О! Чё? Так, давай, сейчас зачитаем. Давай. Чё думаете, я Маяковского, что ли, знаю? Блять. Сейчас, погоди. Пойди, не прерывай меня. Это хитрая тема. Нырнет через события в тайниках, инстинктов готовясь к прыжку, да, и как будто и рясь посмели забыть ее, сотрясет, посыпятся души и шкур. Эта тема ко мне заявилась дневная, приказала подать ней у дела, посмотрела, скривясь мою ежедневную, и грозой раскидала людей дела. Эта тема пришла, остальные оттерла, и одна безраздельно стала близка. Эта тема тень и стемила в темень, колотись слева строчками лбов. Имя этой теме, а хрен его знает. Все, блять. Зачитано. Раунд, блядь. Так, давай. Так, идем. Так, погоди, нам надо... Что? Так, что, распятие теперь? А ты реально тушил все свечи, пока я читал? Да. Говорит, заебись. Погоди, у меня тут... Дай зеркало, я пока... Да? Дай зеркало, дай зеркало. Блин. А чё зеркало такое покоцано? А, это... Отражение. Какая-то. Паутина какая-то. Да, распятие. Если он на меня не будет нападать, хотя он тебя больше любит. Я сначала распятие. Лох, пидор. Просто два закидали, пацаненка. Таблетки. Мне нужны таблетосы. Не, Есенина, я не люблю его творчество. Да не надо по фулу покупать, зачем? Все, я вот фуловый. Так, давай до фула восстанавливайся. Кинжал кто берет? И я. Ты. Все, когда? Ну давай, готовы. Так, чё, я... Да, блять! Пойди, пока не надо. Сейчас он нападет. На тебя. Я успела! Проебано. Я пошел за следующим. Или нет, или ты попала? Нет, я не попала. Потому что у меня закончился крест.
Ты взяла дохуя крестов? Один. Ну ладно. А нахуй я принес, блядь, за, детскую игрушку в дом? Я не знаю. Вы любите да розы? Ты достал меня, блядина только! Вы любите розы, а я на них срал. Ну, вы поняли. Как же он тебя любит? Пошли уже, его заточу. Я хочу его заточить. Все, иди сюда, сука такая, блядь. Я тебе нахуй сама двери заточу, блядь, одна. Ловец снов. Просто как же он тебя кошмарил. Успел. Капец ты. Как же ты его хейтишь, а? Как же ты его ненавидишь? Что, где? Череп. Ублюдок такой, блядь, заебал меня уже в конец. Роза. Все, иди. А мы будем? А! Илья, блядь! Я думал, мы все. Я думал, мы все. Нет, блядь, не все, еще маска осталась. Все, теперь все. Ну что, допрыгался, будем свечи все дома зажигать? Да, конечно. Или нахрен? Хотя, похуй на эти свечи уже, честно говоря, блядь. Давай. Потому что что мы их зажигали, что мы их не зажигали, блядь, нам пришлось их все равно все потушить. Все, ты его просто уж ненавидишь, хочешь быстрее закончить. Да, я хочу уже закончить с ним, блядь, я его уже убить хочу. Все, допрыгалась ты, сука, смертная, блядь. На! Вот она, ответ сильной независимой женщины, блядь.